Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать о новых покупках сайта Wildberries и LaModa. Сегодня у меня три пакета. Один пакет небольшой сайта Wildberries из раздела «Красота». Вот такой. Второй пакет, ну, средний, из раздела «Одежда» сайта интернет-магазина Wildberries. И большой пакет с интернет-магазина LaModa. Ну, давайте начнем с маленького пакета. Ну, я хочу попытаться распаковывать. Вот такая помада. Я посмотрела ее на сайте. И мне она понравилась. Цвет необычный. Ну, вот, пожалуй, такой же цвет, как наподобие. В общем, это коралловый цвет. Мне не каждый цвет подходит к моему лицу. Вот такой цвет коралловый. Помада El Amor. Она с какой-то огромной скидкой была. Вот такая вот Эль Амор. Вот посмотрите, вот такая вот. Эль Амор. Вот такая вот большая. Скидка, даже цвет указан. Вот. Она совсем недорого. Вот такая помада. Ну, мне вот подходит примерно такой цвет. Я вот себе купила еще тон немножко так. Чуть-чуть другой. Вот такая помада. Косметика. Но помад много не бывает. Так, еще одна покупочка. Краска для волос. Так, давайте-ка мы срежем. Краска для волос. Ну, видите, я блондинка крашеная. И все-таки мне хочется, чтобы у меня был цвет волос светлый, конечно, но какой-то естественный. Ну, вот такой. Ну, это краска из серии Сьюз. Я почитаю немножко. Алео Интенсе. Профессиональная перформанс, разработана и протестирована совместно с парикмахерами и колористами. До 50% больше питания, без аммиака. Вот меня привлекает, конечно, краска без аммиака, щадящая, чтобы волосы были, ну, такие более-менее естественные. Вот здесь написан натуральный блонд, а я вроде как бежевый блонд заказывала. Ну, не знаю, я теперь уже не уверена. Но по цвету я бы такой цвет, конечно, хотела бы иметь. Вот. Светлорусый или просто оттенок какой-то такой, пшеничный, может быть. Вот такая красочка симпатичная. Так, ну вот теперь перейдем к основной части нашей темы сегодня. Это подготовка к зиме. Наступила зима, декабрь, выпал снег уже у нас и мороз. Вот сегодня ночью мороз. Ну, еще, конечно, зима вот не вступила в свои права вот так вот мощно. Но, тем не менее, это будет, все равно холод будет. И я считаю, что нужно утепляться. Давайте перейдем ко второму пакету из сайта Wildberries. Это из раздела одежды. Ну, такие... Вот из раздела одежды я увидела на сайте вот такие носочки. Давайте-ка сейчас посмотрим носочки. Вот такие тепленькие носочки, длинненькие. Посмотрите, какие носочки. Посмотрите, какие, вот какие они, видите, серенькие носки. Серенький носочек. Вот такие вот, вот такой. И смотрите, какие длинненькие. И обратите внимание, какие отвороты пушистенькие. А внутри
Внутри, смотрите, тоже так все пушистенькое, серенькое какое-то. Все пушистенькое. Носочки теплые. Носочки очень теплые. И я, например, вот планирую их дома носить, потому что у нас дома пол прохладный. И, ну, в общем, с тапочками, со шлепками вот так вот можно теплые носочки. Вот за компьютером, когда сидишь, чувствуешь, ногам прохладно. Вот такие носочки я для дома. Но я так думаю, что можно в холодную очень погоду. Вот у нас бывает зимой до минус 40. Ну, не постоянно, но бывают такие морозы. Минус 25 – это нормальный мороз у нас. У нас резко континентальный климат, и тоже холодно очень бывает. У нас летом бывает плюс 40, может быть, и более 40. А зимой минус 40, минус 45 даже бывало. Ну, и я вот так думаю, что можно вуги, валенки, вот такие сапожки одеть. Или в сапоги, извините, носочки одеть. В сапоги, валенки, вот такие. Такие симпатичные носочки, тепленькие. Тепленькие такие, приятные. Это носочки... Так, они... Россия, российского производства. Российского производства. Такие теплые, как бы, как с начесом. Это вот как с начесом. Такие теплые, хорошие носочки. И там были разных цветов. Но я вот такие выбрала на пробу. Я бы такие парочку бы даже хотела. Так, следующая покупка тоже такая же, такой же темы касается, как утепление. Вот посмотрите. Ну, я немножко чуть-чуть, прежде чем разворачивать эту покупочку, я хочу рассказать о том, что я узнала, что существует такая замечательная ткань, ну, года два назад ткань эта называется флис. Флис добавляют в сапожки, вовнутрь, как утепление в курточке. Флисовые пледы бывают, одеяла флисовые и одежда флисовая. Ну, вот флис очень легкий и очень теплый материал. Очень легкий. У меня уже, например, есть одна кофточка флисовая, я джемпер. Я в морозы ее ношу. Или вот, например, неотапливаемое помещение было в начале октября у нас. До того, как включили отопление на работе в офисе, я ходила в той кофте, потому что ну, холодно было. А кофточка это согревает. Вот теперь давайте я вынимаю. Посмотрим, что же здесь такое. Какое все. Вот такой вот, вот такая толстовочка. Это толстовка. Посмотрите, какая толстовочка на молнии. Вот такая серенькая. Вот с такими пингвинчиками. Это пингвинчики. Вот я потом примерю. Вот такую толстовку. Посмотрите, какая прелестная. Вот такой рукавчик. Она тоже такая, знаете, как с начесом. Но это не хлопчатобумажная. Это искусственная ткань. Абсолютно искусственная ткань. Очень теплая. Вот она легкая, легкая. Но она согревает. Вот под нее достаточно футболочку одеть. И достаточно, и не нужно там кофт каких-то. И вот, знаете, вот такая одежда, хороша и детям. Кстати, детская одежда делается из флиса. Ну и для спортивной одежды разные там брючки тоже из этой, из флиса изготавливают. И вот я так думаю, что вот... Детям, взрослым, нужно позаботиться о своих родителях, которые в возрасте. Вот знаете, человек вот в возрасте, он устал, у него болят ноги, позвоночник, ему тяжело ходить. И когда он одевает еще одежду такую старомодную, какие-нибудь пальто там или что-то, то очень жалко на этого человека смотреть. Я за то, чтобы вот помогите или сами люди себе купите. Вот, покупайте пуховички, покупайте вот такие флисовые кофточки. Очень теплые, они вот косточки прямо так греют, так и тело греют, и все. Я просто рекомендую вот эти флисовые вещи зимой. И осенью, и бывает там прохладно, даже и дома можно, и как домашнюю одежду использовать. Можно на работу ходить, у нас же у всех разная работа.
Вот. И можно, собственно, все абсолютно всюду использовать вот эту кофточку зимой. В зимний холод, вот, в морозы. Вот я, например, в бассейн хожу. Я могу после бассейна, у меня есть флисовые брючки. Вот после бассейна там сауна, бассейн у нас, естественно, мы такие распаренные. И я после бассейна, допустим, выйду вот в таких теплых вещах. И мне уже не страшно, там такси подойдет не вовремя, или автобус я буду ждать. Мне не страшно, я не простыну, я буду в такой теплой одежде. В общем, я рекомендую вот такую одежду замечательную. Ну, теперь давайте перейдем к следующей покупке сайта интернет-магазина La Moda. La Moda. Я люблю очень La Moda тоже. Я покупаю там обувь. Вот, знаете, вот какая-то обувь попадается мне, там часто тоже скидки бывают на обувь, ну и на все, и на обувь особенно. Вот посмотрите, вот такая коробочка. Вот что же в этой коробочке у нас? Вот коробочка из La Moda. Вот коробочка. Давайте вот откроем коробочку. Откроем коробочку. Что же мы увидим в этой коробочке? В этой коробочке мы увидим вот такие сапожки. Вот такие сапожки. Я сейчас достану эти сапожки и расскажу о них. Так. Вот такие сапоги. Так, вот это я сюда вставлю, наверное. Так, вот начнем. Вот посмотрите. Ну, начнем с того, какая подошва. Вот для меня сейчас главная подошва. Я тоже как бы в возрасте. И знаете, у нас вот уже 2 декабря, еще в этом году неизвестно, была странная погода. У нас, например, был снежок выпадывает, потом оттепель, потом дождь, потом снова ночью мороз, и на работу утром идти, и получается просто каток. И если обувь старая, подошва изношенная, или какая-то бывает неприспособленная, ну, другого типа подошва, то, знаете, люди падают, ломают руки. И, в общем, я вот такой спортивный человек, подготовленный, и то иду осторожненько, просто и падаю иногда. Ну, как группируюсь, правда. Ну, в общем, это очень неприятно идти, семенить. А вот такая обувь, посмотрите, какие вот... Я даже вот в профиль покажу. Посмотрите, какие вот протекторы. Вот прям протекторы. Посмотрите, какая прелесть. Вот это обувь. Я вот даже из-за этой обуви, из-за этой подошвы. Я увидела эту подошву. Думаю, ну все, эти сапожки я обязательно куплю. Новые всегда нужно покупать, потому что прошлогодние стачивается, снашивается за сезон. Вот. Ну, я тоже посмотрела, у меня обувь есть, но как-то вот у той подошва не так, у этой там отклеилась, то это, думаю, ой, надо свежие купить. И вот эти сапожки можно... Так, у этих сапожек, посмотрите, впереди есть замочек. Вот я... Впереди замочек. Вот такой замок. Вот такой замочек. И вот такая, как перепоночка, перегородочка балоневая. Это для того, чтобы снег не попал. Ну, наверное, я так думаю. Вот снегопад, снежок. И сюда ножки не намокнут. Вот здесь будет хорошо уже. Внутри флис, черный флис. Он не по всей длине сделан, не по всей длине. А где-то вот до сих пор, вот до этой, вот до, так, да, вот до сих пор, вот так вот флис сделан, флис. Флис теплая ткань, нога не должна мерзнуть, по крайней мере. Вот это вот ткань, это ноутбук. Вот замочек, и вот это еще замочек закрывается. И вот такая штучка, вот смотрите, на липучке. Вот. Ну, вот такая, вот такие сапожки. Вот такие сапожки, смотрите. Так. Вот такие сапоги. Это сапоги российские. И российские сапоги, и знаете, я
купила еще одни сапоги, я просто их носить стала, я не стала рекламировать, короткие для брючек. Вот это я купила, но я так предполагаю, я люблю ходить на работу в офис в платьях вязаных, и это у меня под платье. Ну, наверное, там и штанишки можно как-то, и со штанишками. А я купила коротенькие, но тоже этой же фирмы, с такой же подошвой, я уже хожу в них. Так, знаете, они дышат, никаких запахов нету, они дышащие. В общем, российские производители, ну, все-таки качественно сделали, подумали о том, чтобы ножка не потела и не было вот такого запаха. В общем, все качественно, все швы, все-все сделано замечательно. Вот. Все замечательно. Замечательные. Не знаю, мне понравились. Они стоят для казахстанцев, они в казахстанском в тенге 13 500. Для россиян делите на 5, и будет вот ваша цена. Она и на российском сайте я смотрела, и на казахстанском. Вот что я хочу еще сказать по этому поводу. То, что вот эти все вещи, вот и носочки, это все российское. Вот хорошего качества. Я стараюсь или белорусское, или российское покупать. Ну, просто хочется, чтобы не расклеивалось, не отрывалось, запаха чтобы не было. Ну, в общем, вот такие вещички. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившей зимой. Покупайте вещички, одевайтесь тепло, не простывайте. Я очень рада встрече с вами. Рада, что вы досмотрели мое до конца, перед мое видео. И хочу, чтобы вы как-то отреагировали, пожалуйста. Пишите отзывы, ставьте лайки или дизлайки, свое мнение. Делитесь с друзьями видео. Доброго вечера вам. До свидания. До новых встреч.